Жутковатая атмосфера, полумрак, ведьмы, привидения. Что же все-таки происходит? Во дворце молодежи «Мегаполис» развернулся музыкальный спектакль «Вечер монстров». Давайте поближе познакомимся с этими загадочными существами. Согласно сюжету, Дракуле исполняется 200 лет, и монстры отправляются в его замок на грандиозную вечеринку. Все бы шло своим чередом, если бы не люди, которые тоже оказались на праздновании дня рождения. Именно человека монстры боятся больше всего на свете. Среди вампиров и привидений начинается паника. К счастью, ненадолго. Люди и монстры становятся лучшими друзьями и вместе отправляются на вечеринку. Как вы считаете, чем уникальна сегодняшняя постановка? Это представление сложит хорошее впечатление у наших маленьких детей и поможет им вырасти в такой приятной обстановке. Спектакль вызвал бурю аплодисментов, ведь ребята готовились к мероприятию несколько месяцев. Почему выбрали именно такую тему для постановки? Я совсем недавно посмотрела очень крутой мультик «Монстры на каникулах». И именно вот этот мультик меня вдохновил на такую постановку. У нас все удалось, все получилось. Я довольна детьми. Сегодня у нас выпускается 19 человек нашей театральной студии. В честь них мы сделали эту постановку. Яркие образы актеров, песни и танцы помогли зрителям окунуться в настоящую сказку. Большое спасибо театральной студии «Квартал» и Дворцу молодежи «Мегаполис».